Всем привет! С вами канал ShellNat, меня зовут Шелковская Наталья, и сегодня у меня день авторского надзора. Авторский надзор – это когда дизайнер интерьеров ездит по объектам по своим и следит, как идет ход реализации и насколько стройка соответствует тому, что было в проекте, что было запроектировано. Сегодня вы поедете со мной, посмотрите, как это. Мы сейчас приехали в подмосковный жилой комплекс, и здесь у меня два объекта. Мы точно придем на один объект, там нам нужно решить очень много вопросов. И если будут строители или заказчики на другом объекте, то мы пойдем еще и туда, я вам там покажу, что происходит. Здесь очень хорошие входные группы, подъезды и проходы к квартирам. Тут очень хорошая декоративная штукатурка, а не просто какая-то стена под покраску, керамическая плитка и довольно качественные двери от застройщика. Заходите. Это объект, который сейчас в работе. Прихожая, гардеробная. И здесь уже положили очень красивую плиточку. Здесь уже строители постарались, там уже все красота уже лежит. Я снимаю видео, если что, прячьтесь. Тут у нас гостиная будет, зона столовой и зона кухни. Мы кухня уже готова. На кухне уже строители готовят, да. Постепенно появляются очень красивые потолки. У нас тут везде будут очень красивые потолки. Строители все вымеряли. Строят красоту. Коридор и вот это вот маленький санузел. Считается, что он для ребенка предназначен, либо для двоих будущих малышей. И это либо кабинет, либо будущее детское. Поэтому здесь достаточно такой простой будет дизайн. Здесь ничего сложного мы делать не будем, поскольку пока не определились с планами. Тут постирочная. А здесь, ну да, там темно, ничего не видно. Здесь детская комната будет. Это зона начинается уже, мастерс бедрум, так называемый, это спальня хозяев. И заходя сюда, сначала попадаешь в этот небольшой коридорчик, здесь гардеробная. Здесь будет хозяйский санузел, в котором будет отдельно стоящая ванная, здесь будет арка, раковина двойная, унитаз, биде и душевая, в общем, все, что нужно. И тут, собственно, сама спальня. Здесь будет еще один небольшой шкаф. Вот здесь креслица, столики и телевизор. Да, это везде один тип. Ну вот эти, почему не делать вот моденьки? Почему не делать? Вот этот вот, если у нас плинтус 10 сантиметров, да, будет, то со всех сторон, вот здесь вот, от любого угла, от любой оси, от вот этого вот промежуточного пояска, от вот этого, и от карниза везде должно быть по 10 сантиметров. Вот это вот основное правило, которое, на котором все, собственно, и держится. Мы решили эти проблемы, сразу понимали, что здесь у нас натыкается молдинг на розетку. Арочку вы сделали очень красивую. Молодец. Правильно все. Мне очень приятно приезжать сюда и надзорить, потому что здесь очень благоустроенная, красивая территория. Холмистая местность, речка, журчалочка. Здесь вот очень хорошие дворики для прогулок с детьми. Есть даже бассейн.
И вообще здесь все очень красиво и благоустроено. Подстрижены газоны, стоят лавочки, чистота и красота. Оказалось, что на втором объекте у меня в этом жилом комплексе строители на месте, поэтому сейчас мы можем зайти туда и посмотреть, как там идут ремонтные работы. Строители там работают рекордными темпами, очень быстро все делают. Там детскую сделали. Идем покажу. Вот тут будет... Свет включили. Вот тут они сделали деревянный каркас, и здесь будет второй уровень детской комнаты. Тут вот одна кровать, и тут вот другая кровать, и здесь полки. Вот матрас где-то тут будет начинаться. А тут площадка, чуть ли не для танцев. В общем, тут заказчик очень любит своего ребенка, и он тут хочет ему сделать целый городок, чтобы можно было лазить. В общем, очень приятно было придумывать такую детскую комнату. Кухонька. Так, кабинет хозяина. Здесь на самом деле такие современные планировки. У них у всех есть какие-то кривые, косые углы. Все вот так немножко неправильной формы. Но это, в принципе, делает пространство интересным. Это санузел большой, здесь будет большая ванна. Но тут темно, пока ничего не видно. Да, это спальня хозяев. И здесь, из этой спальни... Пойдем, пойдем. Пойдем, пойдем. Вот здесь, из этой спальни, попадаем в гардеробную. Здесь уже поставили вот двери, которые задвигаются в стены. То есть тут будут такие двери, которые вот так задвигаются внутрь. Здесь будет, наверное, мужская, а здесь женская половина. Или наоборот, и там потом решат. И это хозяйский санузел. Да? Вчера заезд был, материал привозили. Ага. Сегодня привозили. Угу. Завтра привозим еще. Короче, привозите материал, понятно. Ну, да. После двух объектов мы приехали на третий. Здесь у нас есть в работе таунхаус. Тут только-только начинается стройка. Сейчас на объекте очень темно, потому что вообще нет никакого света. Поэтому показывать вам там нечего. Там голые кирпичные стены. Но мы там поставили таймлэпс камеры, которые показывают вот этот процесс стройки. И отдельно будут эти куски запущены у меня в Инстаграме. Или вообще сделаю отдельный ролик. Посмотрим, как будет скорость стройки продвигаться. День авторского надзора закончился. Сейчас на часах 19:05. Стартовали мы в 10 утра. И, конечно, вы в этом видео увидели только малюсенькую часть этого дня. Потому что, конечно, чтобы приехать на стройку и все обсудить, это нужно 1.5-2 часа туда заложить, а с учетом переездов это все занимает полноценный рабочий день. Вот. Ну, еще вы увидели один день из жизни дизайнера, потому что, конечно, дизайнер — это не только человек, который сидит и проектирует в кабинете, подготавливает чертежи или визуализации, это еще и вот такая разъездная работа по стройкам. Спасибо вам большое за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока-пока!